Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстун, и сегодня мы поиграем в игру под названием Combat Rush. Она недавно появилась в Стиме. В общем, знаете, такая странная, прикольная игрушка. Знаете, вот все знают игру «Змейка», да, там играли раньше на старых телефонах, простая, обычная «Змейка». Но это тоже своего рода «Змейка», только непростая. В этой игре мы будем создавать «Змейку» из бойцов. Смотрите, у меня сейчас «Змейка» из двух бойцов. Уровень первый, поехали. Наша задача 5 бойцов убить. То есть для этого мы собираем вот этих вот. Это типа наши товарищи в заложниках. У них, видите, руки за спину. Я могу их освободить. Они включаются в нашу змейку и начинают отстреливать врагов. Можно тут собирать с врагов всякие плюшки, типа там взрывы, я не знаю, что там, хилки и прочее. Я пока сам не знаю, я то есть за кадром почти не играл. Так, буквально 5 секунд побегал и решил, да, прикольная идея, будем снимать. Итак, ребята, у нас уровень 1-2, надо убить на этот раз 10 врагов. Я сразу вижу, что сзади был тут боец. Можно причем вот так это, прямо в них врезаться, во врагов. Эй, осторожнее. И на пробел их резать с ножа. Ну-ка догоняем, парень, не уйдешь. Подрываем тут все. Вот они, жетончики. Главное не врезаться в стену. Давай, с ножа еще одного, второго, третьего, четвертого. По-моему, неплохо у нас идет все. Так, блин, я надеялся еще этого. Тыдыщ. Вот этого-то застрелите, нет? Не хотите? Смотри, аптечка была, но уже все. Мы прошли уровень. Награда получена. 500 жетонов. Тут за эти жетоны, я так понял, все можно покупать. Ну, там, типа, я не знаю. Бронежилет для вашего командира 100 жетонов. Давайте. А это что такое? Заказать одну поддержку на следующий уровень за 500 жетонов. У меня, во-первых, нету, во-вторых, ну, пока не хочу. Идем дальше. Уровень третий. Наша задача убить 15 врагов, ребята. Поехали. Так, нет, давайте сначала не будем лезть прямо на врагов. Нам надо сначала найти наших. Опа, поддержечку взяли. Вот, вот наш чувак. Давай, вливайся в нашу змейку. Они тут на вышках сидят. Я пока никуда не тороплюсь. Давайте с ножа. Опа. Опа. Мне нравится с ножа так подбегать к ним. О, давайте еще этого. Тыщ. Так, где наши товарищи? Связанные товарищи. Я хочу больше армии. Вон один сидит, да? Ну, опасно, видите, что здесь можно, если... Тут как в обычной змейке, если ты врезаешься в стену. Поэтому я всегда пытаюсь свернуть пораньше, но, похоже, слишком рано сворачиваю. Вот. Отлично, у нас уже 4 бойца. Но я думаю, еще где-то на севере должен быть какой-нибудь боец. 6 врагов мы уже настреляли. Вот еще один. Ну все, теперь, я думаю, можно всех резать. В капусту. Можно вот подхилиться. Чик. Пойдем. Просто в наглую бежим и убиваем. Гранаты тоже на норм. Норм. Опа, с ножа. 11 есть, осталось всего 4. Этот, смотрите, это какой-то клевый с двумя звездами. Я хочу его прибить. Мне кажется, за него могут что-нибудь дать. Единственное, что меня смущает, что у нас командир израненный. О, смотрите, за него же золотые жетоны какие-то дали. Блин, я не успел их подобрать. Уровень закончился. Дополнительные слоты открыты, ребята. Окей, мы можем теперь что, взять еще одного бойца? Спасибо. Урон 5. Слушайте, а тут можно открыть более крутых. Чтобы открыть этого наемника, вам нужно 100 жетонов. Так у меня есть 100 жетонов, откройте. Да, давайте. Че не... Ага, так, погодите, я же его взял, да? Вот. А командира я могу вообще каким-нибудь крутым сделать, наверное. За 300 жетонов, давайте за 500 его, ну вообще каким-то крутым. 30 дамаги. Перезарядка 1 секунду. Или подкопить еще и следующим уровнем взять он вообще за 1000, допустим. Да, сразу. Давайте 1000 накопим, потом зато возьмем вот этого парня с ракетницей. Мне кажется, это должно быть весело. Убить 20 врагов, наша задача. Он, видите, у нас уже один... Два с пистолетиками бегают, но один уже с каким-то автоматическим оружием. Да, надо нашу змейку это качать.
тысяч. Первый есть. Жетончики. Кстати, прикольно, да, когда с ножа, ты же по сути на него бежишь, ты сразу поднимаешь с него лут, если там что-то дропается. Тыдыщ. Давайте этого с двумя звездами. Опа. Парни на крыше. Можно убить, но с него, видите, что мы-то на крышу уже не залезем никак. Мы с него дроп не сможем подобрать. Ну, убить можно, что тут фраги засчитываются все. Так, жетончики. Мне кажется, такая забавная змейка. Знаете, в змейку играли все, а вот в такую змейку пока никто не играл. Но, ребята, у меня для вас хорошая новость. Если вы тоже хотите поиграть в эту змейку, у меня есть несколько для нее ключей в Стиме. И вот когда это видео появится на Ютубе, я буду раз в несколько часов по одному ключику выкладывать. У меня их не так уж много, но несколько бесплатных ключей там появится. И так что это, дерзайте, торопитесь получить игру на халяву. Мне сам разработчик написал, типа, это... Не хочешь поиграть, снять, там, типа, такое просто письмо прислал и прислал несколько ключей. Вот я попробовал, но, в принципе, ничего, прикольно. Как бы не платная реклама, знаете, а вот иногда просто пишут, типа, а не хотите ли поиграть в нашу игру? Это такой смотришь, ну, а чё бы, может быть, и хочу, вроде выглядит неплохо. Так, чё, давайте, 800 есть. Я думаю, буду копить... Тут что-то еще открылось. Там за 200 токенов могу взять поддержку. Нет, я буду копить косарь. Хочу взять парня с ракетницей. Прямо вот, я думаю, с ракетницей будет... Ну, по крайней мере, будет забавно посмотреть, как это будет. Так, вон там еще наверху вижу один наш. Режем в капусту. Там сейчас нашего могут подстрелить, второго. Второй ты как? Я первый. Опа. Вон еще один боец невидимого фронта. И еще одного вон там сейчас наверху заберем. Заодно жетончики заскочим, захватим. Интересно, а если нам одного бойца из змейки убьют, то ничего страшного, да? Мы просто пододвинемся. Опа, по-моему, в нас вообще... Да, видите, как... Ой, не-не-не, отходим, ребята. Что-то нас гранатами закидывают. Бронежилет, окей. Семнадцать у нас убийств. Я не знаю, сколько там надо было? 20, наверное, какие-нибудь. Пойдемте еще в нижний правый угол сбегаем. Может, там еще... Нет, здесь чисто. Туда наверх, вот верхнюю часть карты мне что-то не очень охота, с учетом того, что там меня прям гранатами закидывали, но что-то как-то жестко. Отходим, отходим, отходим. Да-да-да, смотри, что там творится вообще. Там что-то не по-честному борьба ведется. Все. Готово, да? А, убить босса? Нифига себе, что придумали. Ну, поехали. Что-то мне страшно даже с боссом. С боссом... О, боец. Дайте бойца. Я бы, если честно, вот если там биться с каким-то боссом, то я бы хотел уйти вниз. Туда, где нету этих гранатометчиков. Не-не-не-не, граната, опасно. Босс, кстати, да, он действительно на низу. Все, отходим. Босс у нас... Ну-ка, давай, с ножа. Нет? Блин, да он мне сейчас отстрелит на моего ведущего. Так, да блин, что? А, мы не хотим... Саппорт надо, наверное, активировать, да? Сейчас десант вызовем. Слушайте, ребята. Похоже, мы его ведущего убили.
И, судя по всему, это является поражением. Ну, тут можно парочку континуев, да, использовать. Убить 25 врагов и убить босса. И что, с самого нуля, да? С самого начала начинаем. Ну, такое вам скажу. Ну, давайте сейчас попробуем как-нибудь быстро нарезать. Нам надо главное бойцов собрать. Вот эти гранаты — вещь опасная. Надо сразу убегать из-под их области действия. Смотри, а мы уже неплохой отряд собрали. Можно и с боссом потягаться. Главное его не растерять до босса. И знаете, что плохо? Плохо, что это... Нифига себе, вы это видели? Он просто забежал и нам все перестрелял. Командира, короче, тут надо беречь. Я-то не думал, что потеряешь командира, потеряешь все. Надо срочно брать вон там аптечку. Давайте еще одну. Жетончики. Короче, тут надо как-то так стараться командира из-под огня уводить периодически, не танковать зазря. Там типа, видишь, какая-нибудь ерунда, хлоп, развернулся, пусть другие типа танкуют. Ой, ё-моё! Гранату прям нам в ноги кинули. Давай, нам еще 4 бойца надо убить, я не знаю, и как-то... Отлично, есть броник. Но, блин, как-то тяжко. Вы смотрите, что творится вообще. У нас бойцы отлетают один за другим. Так, этого двухзвездного, вот он там себе бегает, пускай бегает. Он может мне... Мне осталось, знаете, мне до босса осталось одного кого-то убить. Но я, если честно, не готов. Вот у меня нету сейчас такой толпы, как в прошлый раз. Все, пошел босс. Босс. Я бы не сказал, что мы готовы с тобой драться. Но нам неоткуда, да, взять новых бойцов. Туда наверх мне что-то вообще неохота. Там потому что гранатами закидывают. Тут будь здоров. Мне бы что-нибудь такое. У меня брони даже не осталось. Там смотрите, сколько их наверху бегает. Я тут со своими 3 бойцами. Мне даже вот, ей-богу, туда сува... Смотрите, я только чуть-чуть нос показал. Хлоп, минус один боец. Ну я фиг знает. Бронежилет с этого парня выпал. Куда он побежал? Он как будто вообще в здание забежал. Слушайте, босс, он может нас не видеть. В принципе, ему можно это в спину бегать, наверное, за ним и стрелять. Нет? Вот, вот так вот. Он, правда, быстрее нас бегает. То есть его надо, с ним еще надо поравняться где-то. Вот он сейчас отсюда выбежит. Давайте мы попробуем ему в спину пристроиться. Но ему-то сильно не надамажь. А вот он нам запросто. Ладно, сейчас попробуем. Блин, у меня, видите, у меня мой-то персонаж уже тоже... А, блин, я в машину врезался на повороте. Слушайте, ну я фиг знает. Еще один континуй у нас остался. Ну давайте попробуем. 25 врагов. Знаете, что я сейчас попробую? Я сейчас попробую наглость.
А не знаю, а что если я оставлю вот этих бойцов? Что если я их сейчас брать не буду? Вначале как-то просто. Давайте я их попробую оставить и собрать всех вот этих бойцов, которые тут стоят, именно когда босс будет. А то я их, получается, к боссу уже это... Всех, ну, как бы теряю. И надо вот это. Здесь граната, да, кто-то кидает? Их, наверное, это вот эти ребята на крышах. Может, если их перебить, то и гранат не будет. И знаете, моя тактика все равно не особо работает. Вот мы уже одного бойца потеряли. И еще один на хитах. Нам срочно надо... Нам срочно надо кого-то с аптечкой убить. Вот что нам надо. Но единственное, что да, если у тебя большая шеренга, тебе, ну, легче там могут их всех расстрелять. Так, броник, бронежилет. Дайте аптечку кто-нибудь, пожалуйста. Вот ты. Блин, уже поздно. Уже никакая аптечка нас не спасет. Я сейчас чуть не забыл, что я в змейку играю. Я попытался, знаете, бежать вспять. Ну, типа, развернуться просто в другую сторону. А тут так нельзя. Ух ты, ё-моё. Не, сейчас что-то вообще фигня вышла. Ну, типа, это, прогресс будет потерян, ребятки. Ну, и, а, смотрите, прогресс-то потерян, но жетоны мы не теряем. То есть я могу сейчас... То есть я могу продолжать все равно играть... И в следующий раз, когда я уже начинаю с первого уровня, у меня все равно три бойца. Я теперь понял, в чем фишка. Ты, то есть, ты каждый раз играешь-играешь заново, но не совсем. Твой прогресс прокачки сохраняется, и тебе будет дальше уже проще. Смотрите, штука есть. Давайте... Ну, мне неохота, на самом деле, чтобы первый был с ракетницей. Я бы его сделал вообще каким-нибудь, я не знаю, что здесь есть. Вот за 1200 или за 1500 вот таким вот. У кого больше всего защиты? Или у них здоровье у всех одинаково? Дальнобойная пушка 20, 15. А, это дальнобойность, да? Урон 100, урон 300. Но перезарядка 2 секунды, а у этого 4 секунды. Вот этот за 2000 самый дорогой с гранатометом. Но давайте мы сейчас возьмем себе вот этого парня. Все, у нас второй боец с ракетницей. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Двоих подряд зарезал. Троих. Четверых. Мне кажется, тут надо какой-то таймер врубать. Типа дабл килл, трипл килл. Так, 200 наработали. Но я думаю, сейчас скопить вообще на что-нибудь крутое. Может быть, 2000 накопить на крутого бойца. Эй, там слишком близко к машине, как-то опасно доставать. Ой, и здесь что-то опасно, мог случайно в сарай врезаться, нет? Все, 15. А как так вообще? Что-то на ровном месте. 15-й, и все. Ладно, идем дальше. 400 монет у нас есть. Идем дальше, пока что ничего не делаем.
Ну, знаете, какая-то эта ракетница. Не знаю, она, наверное, хороша для каких-то целей, а для каких-то не очень. Вот он что-то иногда шмаляет, и непонятно, куда там эта ракета понеслась. Она даже, по-моему, не попадает часто в цели. Ну вот какие-нибудь, да, такие там здания. Тут, может быть, даже будут какие-нибудь типа укрепления. Или там даже, может быть, техника будет в будущем. Вот ее, наверное, с РПГ хорошо. Вот парни на вышке нормально. С одного выстрела забрали. Вот таких вот ребят стационарных он хорошо выкашивает. Смотри, у нас уже такая змейка приличная собралась. Знаете, когда уже приличная змейка, хлоп и уровень заканчивается. Так я не играю. Может быть, первого бойца пока что взять временно каким-нибудь более хорошим. Временно. Вот этого. С дробашом, раз он часто в ближний бой идет. Потом, может быть, заменим его на что-нибудь более, конечно, уже суровое, бодрое. Ну, а пока так пойдем. Это, вот это, по-моему, наш серьезный уровень, да, с боссом. Если я не ошибаюсь. Поэтому я сейчас взял сразу броню. Подготовился, скажем так. Сейчас я надеюсь, что наш парень с РПГ всех этих на вышках ребят, которые гранаты кидают, расстреляет. Да ё-моё. Промазал. Там он жетончики, да, я видел, но что-то сейчас не хочу за ними бежать. Эй, граната. Когда змейка слишком длинная, то, ну, как бы от гранаты сложнее убежать. Смотри, сейчас вообще норм идем, мне кажется, по сравнению с прошлым разом. Все, босс пошел. Где там ваш босс? Сейчас мы его всей толпой. Ха! Че, неужели? Просто с одного ножа мы его так его быстро разорвали. Да. Не ожидал, не то что в прошлый раз, сейчас было гораздо проще. А тогда я что-то там бегал, уворачивался, там кое-как выживал. Плюс один боец у нас. Что, может, кого взять? За 300 сейчас возьмем пока что парня. И будем копить. А, так, погодите, его надо. Надо еще селект нажать. Убить 30 врагов у нас теперь задача. Мина. Блин, тут периодически мина появляется. Это не очень прикольно. Знаете еще, что плохо? Вот иногда это убийство с ножа может дезориентировать. Надо хорошо помнить, куда ты бежал, чтобы, если что, там свернуть после этого ролика или еще что-нибудь такое. А эти мины, знаете, в траве их можно даже где-нибудь и не приметить.
Интересно, на этом уровне. Но я думаю, скорее всего, тут никакого босса уже не будет. Ой, блин, чуть на мину не наступило. Я думаю, не каждый уровень должен быть босс. Да, просто победа. Открыта новая поддержка какая-то. Но я даже теми, которые сейчас есть, не особо пользуюсь. Автоматический сбор токенов. Прикольно. Вызов медика на поле боя. Тоже я все возьму. Как бы все открою на будущее. Давайте. 2-2. А что не запускается? Вот, поехали. Тут уже, знаете, такая ночная операция. Но знаете, вот у меня первые бойцы вооруженные. А кого я беру дополнительных бойцов в змейку? А хотя нет, смотрите, они непростые. Я думал, просто с пистолетами будут. Нет, он там нормальный боец. Блин, меня что-то сейчас надамажили очень жестко. Я сейчас рискую проиграть очень быстро. Тут еще мин. Смотрите, сколько здесь мин. Блин, я весь изранен. Это все опасно. Подлечиться бы. Какой-нибудь... Где там мой этот вызов медика на поле боя? Так, это граната, но тоже хорошо. Вокруг нее, кстати, можно кружить. По идее. А когда враги начнут подходить... Ой, блин, я хотел жетон взять, он на мине. Или правильнее сказать, под миной. Вон там еще один боец. Вот, короче, поддержка. Я ее еще сильно не пользовался. Ай, тыш. Гранату обходим. Ну, давайте попробуем. Я типа могу активировать поддержку. Предположим, сбор токенов. И что они теперь? Автоматически будут собираться, да, если я кого-то убиваю? Ну, наверное. Мы, кстати, открыли дополнительный слот для бойца. Че, кого возьмем? Жетонов-то нету, чтобы что-то такое грамотное купить. Просто возьмем пока что вот этого парня за 200. Ну, вообще, надо, наверное, копить жетончики на что-нибудь такое прямо серьезное. Уровень 2-3. Убить 40 врагов и босса, ребята. Вот мне кажется, здесь мы сейчас и проиграем. Почему мне так кажется, что... Перед этим уровнем надо еще подкачаться. Будет. Вот видите, этот уже с пистолетом. Неприкольный боец. То есть, мне кажется, даже невыгодно брать вот сейчас бойцов. Они с пистолетом вообще ни о чемники. По сути, да? То есть, может быть, мне стоит подождать, пока мои умрут, а потом уже добавлять бойцов в змейку на их место, и они будут уже не с пистолетиками, а, ну, такие, каких я покупал, типа, с нормальным оружием. У нас два гранатометчика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бойца не буду брать, возьму только эти жетончики. Бойцов пока прибережем, если с боссом будут проблемы, вот будем стараться их взять. Ей-ей-ей, граната. Броник надо взять. Не, убегаем, лечимся. Отлично, еще раз броник. Вон саппорт упал, надо саппорт подбирать. Отлично, есть босс. Вот, смотрите, босс похож на тачки. Вот сейчас, я думаю,
Против такого босса, наверное, ха. Я хотел сказать, против такого РПГ хороша. Но что-то долго этот босс не прожил. Прям я от него на самом деле ожидал чего-то большего. Я думал, сейчас будет такой сложный бой, и я такой всех потеряю и скажу, ну да, здесь надо прокачать нашу змейку, получше бойцов купить за токены, чтобы справиться. Нам новая поддержка открывается. Вызвать воздушный удар. Но знаете, если честно, неохота. То есть, ну как бы охота каких-то именно бойцов крутых себе купить в змейку, а не вот это. Поэтому будем копить, будем качаться, но этим займемся в следующем выпуске. Конечно, если вам это видео понравилось, и вы поддержите его своими лайками и просмотрами. А у меня на этом все. До новых встреч, друзья!